Всем здравия. Вот такая вот сегодня голтовочка на ночь настоялась, получилось. Это еще после шлифовки предварительной. Ну, цель была, в общем, остатки кварца с эффектом кошачьего глаза исключениями. Так сказать, из которых кабошон уже не получится, трещиноватые и так далее. Вот из них получить вот такие, скажем, образчики сувенирные, памятные. Ну, в общем-то, что получилось. Довольно-таки интересные исключения. Ну, попутно сюда еще засунул много других камней. Да куча больше. Ну, то есть вот, в принципе, много интересных вещей. Осталось его полирнуть. Будет вообще красота. Вообще шикарные, то есть все исключениями, тут от браслетов до бусин, как говорится, до бус выйдет, вполне красивые штуки. Говорит тоненькая пластиночка. Умник наш уральский. То есть вот они все красавцы. Богатики. Здесь беломорит. Вот такая вот красота. Ну, сейчас отправляем на полировку. Всем добра.